на воскресном служении людно. Здесь желанен возраст любой. В доме Божьем светло и уютно. Тут сам Бог говорит с душой. Возвещается путь спасения, весть благая, небесный дар, через проповедь, песнопенье прославляется благодать. Стройно хор исполняет гимны, слушать хочется вновь и вновь. В души, где лютовали зимы, мир вселяется и любовь. Дух Святой не проходит мимо, утешитель трудится рад. Во святое Христово имя сеет семя, чтоб вырос сад. Вот он возле одной особы задержался, и в сердце стук. Видит он в ее сердце робость, видит трепет дрожащих рук. Нездорова душа, томится, грех покоя ее лишил. Ах, как надо ей помолиться! Бог снимает тяжесть души. Только Божье прикосновение не смогла душа распознать. Дух Святой, вздохнув с сожалением, стал другую увещевать. Так взывая к сердцам сидящих, Дух Святой обличал, учил. И к лучинам, едва дымящим, искру пламени подносил. Проповедник читает слово о великой любви Христа, о рождении духовном новом, покаянии у креста. Молодица вздыхает тяжко, грех соделанный тяготит, и мятется душа бедняжка, страх безудержен и когтист. Духу Божьему душу жалко, так желает он ей помочь, удалить беззаконий жало и изгнать душевную ночь. И опять он стучится нежно, прямо в сердце: «Вставай, иди, удалю я твою мятежность, очи к горнему возведи». Вот поется уж гимн последний, выйти нужно, но стыдно как. Столько люду, друзья, соседи, шепчет в ухо заклятый враг. Что-то там внутри раздвоилось, голос сердца твердит: «Взывай!» Как чудесна Христова милость, как прекрасен небесный рай! Глаз же вражий теснит желание исповедаться пред Христом. Отложи свое покаянье на когда-нибудь, на потом. Дом молитвы пустеет быстро, только женщина все сидит, словно пчелы роятся мысли, и слеза на щеке блестит. Вот и все, я осталась прежней, страх свободу мою украл, чуть теплившаяся надежда улетучилась, словно пар. Виноватой уйду отсюда, оставаясь в своих грехах. В чем причина? Во многолюдье исковал мою душу страх. Вновь мне жить под тяжелым грузом и ночами опять не спать. Как найти
пути, путь, что прям и узок, стежку верную в благодать. Мыслит женщина, льются слезы, Бог касается сердца вновь. Он желает услышать отзыв на божественный тихий зов. Знает Дух Святой, что страдания душу ждут за земной чертой. Без сердечного покаяния не вернуться душе домой. Только Он, Господь-примиритель, Агнец, закланный на кресте, принимает свою обитель отделенных Богу детей. Почву сердца взрыхлил Спаситель, семя жизни готов вложить, стал пред женщиною служитель, не хотите ли поговорить? Взгляд сквозь слезы поспешно встала, мне пора, как-нибудь, потом. О, какой она шанс теряла ныне встретиться со Христом! Так бывает довольно часто, покаяние — трудный шаг, и ворует святое счастье у души ее древний враг. То смутит многолюдьем душу, то нашлет неуемный страх, то внушенным стыдом разрушит чистый помысел воли в прах. Только эти уловки вражьи нужно грешнику отвергать, ведь пошел за него однажды Божий Сын на крест умирать. Не стыдился святой и вечный на себя взять грехи людей. Как же грешникам-человечкам ниц не пасть пред царем царей? Как же рубище согрешений нам не бросить креста ногам, отрекаясь безбожных мнений, не почтить Иисуса нам? Сердце грешника, начинаясь, ввысь восходит спасенья путь, не устами, а сердцем каясь, познаем мы свободы суть. Говорят, только сердце зорко, взглядом истину не узнать. Как же будет всем людям горько, отвергающим благодать?